Национальный антитеррористический комитет опубликовал видеокадры спецоперации в Ингушетии. В воскресенье в Сунджинском районе сотрудники ФСБ ликвидировали трех боевиков. Силовики блокировали частный дом, где укрывались сторонники запрещенной в России группировки «Исламское государство». В районе ввели режим КТО. Боевикам предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ радикалы открыли огонь. В ходе перестрелки террористы были уничтожены. Два сотрудника силовых структур получили ранения. Их жизни вне опасности. Никто из гражданских населения не пострадал. В доме террористов нашли автоматы, пистолеты, большое количество боеприпасов и самодельные взрывные устройства.